О, здравствуйте. У вас даже канхималы в серебре. Прямо. Канхималы. Даже не знал, что это правильное название, да? Да. Канхималы. А тут канхималы. Интересно, как. Здорово. Все в серебре, все серебром. Какая красота. Четки в серебре. 188. Это тулоси, да? Да. А что такой темный цвет получается? От масла. А, масло. Потому что мы пропитываем маслом, чтобы оно крепче было. И оно дольше носится. Замечательно. О, нам свет включили. Ух ты! Видите, какая красота у нас. Я хотела Васанту покормить, но я не могу ее найти. Она с мамой. Мама вон там, а Васанта, короче, там какой-то палатке. Это все Видалайф, детка. Какая красота. Шактипур. А это так и происходит. Видите, какая красота. Эти красивые одежки. Прямо самурайские все вот. Представляете? Вот еще и вышиванки, и все тут. Какая красота. Плавится, да? Плавится, мило. Да, аромат просто потрясающий. Да, это Видалайф, детка. Это полный экстаз. Дякую вам. Видите, пахучие, красивые люди здесь. И душой работают, и так, и сяк. Шора йога, так, это у нас... Приветствуем вас. Это у нас Сацион. У нас Татьяна. А, интервью. Автор, главный руководитель. Зоники, опытный мастер. Телефон контактный мы сосняли, но, наверное, не очень качественно. Это 095-387-0537. Да, у меня тоже, знаете? Такое очищение. Когда вы подходили на пейзажное...